Артикса, Артикса, как же я сильно тебя люблю троллить. Он опять не успеет. А что с ним, мужики, что? Объясните мне, откуда он мог знать, что я там сижу? Хана, он нубик. Соло пополам, КДПК на проводе. Прямо сегодня будет ваша любимая рубрика. А именно, я затроллю агро-стримера прямо у него на стриме. Поэтому, ребятки, прожмите лайкусик, а мы начинаем. Ну и, конечно же, для нашего троллинга, чтобы это был троллинг, а то мало ли КДПК сольется, я пригласил наблюдателей мой телефон. Поэтому это будет не совсем честная дуэль. Зато у него будет знатно гореть. Погнали к агростримеру на стрим и будем ему кидать донатик. Братан, если не бот, вызывайте на дуэль на наши инвентари. Айди 480-708-66. Отправляем донат. Так, ну чё, донатик залетел. Погнали посмотрим, чё там он и как. Ого. Ха-ха, мой донат залетел, мой донат. Ребята, КДПК задонатил, ребят. КДПК 320 рубас. Сюда на базу, братан. КДПК 320 рубасов. Салам алейкум. Вызываю тебя на дуэль на наши инвентари. 48 миллионов 70 тысяч. А, дуэль на наш инвентарь, прикиньте! Подожди, на инвентарь, то есть прям полностью на весь инвентарь, дуэль, ты хочешь со мной сыграть полностью на весь инвентарь, бать! Что ты себе там нагоняла? Блин, у него дорогой, я видел, у него Кербит Голд есть, и Хармони у него, Явик ТХ. Да, братик, у меня все есть. Я согласен. Он согласен? Я согласен, дядя. Все, мужики, вот твоя дишечка, приглашаю его в лобби, самое главное, чтобы он не спалил моего наблюдателя. Все, пацаны, приглашаю его прямо сейчас в лобби. Он принял! Ха-ха, блин, наблюдатель паленый, надеюсь, он не заметит. Здорово, нуба, сос. О, пацаны, это будет то, что я люблю. Ты готов, дуэль на инвентарь. Слушай, мне вот интересно, он обалдел или нет? Вы все ютуберы играть не умеете. Вы все ютуберы играть не умеете. А знаете, в чем прикол? Да что он тоже ютубер. Я изи заберу твой инвентарь. Я изи заберу твой инвентарь, чушпан. Ты чушпан галимый. Я тебя уничтожу. На тебе регалика. Я тебе в микрофон только что рыгнул. Сиди и нюхай, голова. Готов свой логин и парольчик. На деле покажи. Блин, ребята, это будет очень весело. Ага, на деле покажи. Ну что же, запускаем, родные. Пошла жара по трубам. В смысле логин? Не, стой. Не, стой, я просто инвентарь покажу. Какой на логин и пароль, что он там себе нагонял? Что, я зашел в ЗКТ, имба! Ребята, а теперь смотрите на мой главный секрет. Это мой наблюдатель. И мы все ждем, что партик же зашел. А что он себе нагонял? Какой логин и пароль? Нафига нам мне, пацаны, надо? О, зашел, родной, зашел. Я уже вижу, как он бегает по базе. Да ты шо? Слушай сюда. В случае проигрыша я солью инвентарь. Логин и пароль давать не буду. Но я не проиграю. Он пишет, в случае проигрыша я солью инвентарь, логин и пароль давать не буду, но я не проиграю. Хоть скины свои покажи, у тебя там хоть на что играть со мной, то есть ты дебич. Слушай, а у него реально крутые скины. Новый нож. Новый нож, 902 миллиона стоит. Не, ну конечно же, я его скины забирать не буду, но скины у него реально неплохие. Брат, это мой ножичек. Это братик мой, о, смотри. Ты шо творишь, дорогулечка ты моя? А, нубовская, не стратрековская, а бичарская. У меня стратрековская, я не готов такое. Так, давайте я еще покажу еще мой USP Genesis, и я еще ему покажу. А что такое другое показать? Я просто даже не знаю, чем это в инвентаре супер дорогое. Я не готов, дядя. Блин, у меня все дорогие скины в инвентаре, я даже не применил. О, он осматривает, он осматривает, он осматривает. Брат, USP Genesis, иди посмотри. Я реально не бомж. О, пацаны, та ты шо? Имба-то какая!
RTX, братик, ты же знаешь, я же обожаю тебя троллить. Я тебя обожаю троллить. Я хочу, ребят, на фулл инвентарь. Фух, мужики, 20 секунд. Самое главное, не позориться и, так сказать, наказать молодого. Блин, вы даже представляете, как же это жестко играть, когда у тебя сидит в наблюдателях твой же телефон. На фулл инвентарь. Если я выигрываю, он мне весь свой этот инвентарь отдает. Если я проигрываю, я ему весь свой инвентарь отдаю. Великолепный план, Уолтер. Давайте Мавик ТХ скинем, покажем Мавик ТХ. Чтоб у него мотивация у этого нубасоса была больше, потому что я его без мотивации не вынесу вообще на изи. Так вот чуть-чуть подпотею. Мотивация надо поднять! Все, 5 секунд остается, и мы начинаем. Поехали, мужики. О, слушай, у него Мавик ТХ. Брат, он нормальный. Нормальный, брат, инвентарщик. Ну что, ребята, раунд номер 1. В первом раунде я возьму 5-7 и хаешку. Давайте пока что просто для начала я жестко палиться не буду. Ну вот я чисто такой нубососик. Прям жестко палиться вообще не хочу. Ну а вы, мажа, подписчики, прямо сейчас прожмите лайк и подпишитесь, пожи. Так, он идет в дом. Чекайте, чекайте. 3, 2, 1. У него 17 хп. Как он так гранаты попасит? 17 хп. Блин, братва, это полный угар. Он сидит сейчас, прячется в доме. Так, ну давайте так, чтобы жестко не палиться. Я просто как нубик бегу. Я типа не знаю, где он. А он где-то тут. Не знаю. Бегу. Все. Я ему в спину зашел. Я обожаю эту рубрику. Так, ну чё, а давайте ему напишу Го-мит-ножи. Так, я ему написал го-мит-ножи. Погнали, брат, давай. Погнали мит на ножах, ребят, сыграем. Все, он идет ко мне, мой ты маленький. Слушай, ну у меня что такое ощущение, как будто он хочет меня заскамить, не? Нет. Как будто он будет не с ножами. Все. Так, готовы? Через 3 секунды будет скам. Мы начинать. План скам. 3, 2, 1. Заскамила мамонтов. Ты просто нулевый. Ты что делаешь, баран? Это гениальный мув. Я надеюсь, у него там жестко не горит. Но если жестко горит, то мы сейчас это еще больше подожжем, потому что я беру молик и хаешку. Не, ну это просто идеально. Давайте мы напишу приколу. Сори, я забыл, что мы ножи. Ну, сам понимаешь, возраст-то не детский. Он пишет, какой сори, братан. А, баран. Не, ребят, ну, я отвечаю, за это надо прожать лайк прямо сейчас сходу. Просто сходу. А что он там делает? Давайте хаешка прям по нему заброшу. Давайте, 3, 2, 1. Блин, ему повезло. Ладно, может, молик заброшу? Ну, хотя бы молик попади. Давай, родной. Тома, пока на весь инвентарь. Опять мимо. Ну, он уже надоел. Вот нубасосик галимый. У меня есть одна гениальная идея. А давайте я прям сейчас притворюсь полным нубом. Вот сейчас я просто буду полным нубом. Чекайте. Чекайте, что я творю. Емол. Он еле меня забрал. Еле. Ба, он ботинок вонючий. Ботинок тупо. RTX, братик, ну шо, что такое нубасосик? Пишет, ботинок тупо. Давайте, я беру М40 и погнали. Давайте я напишу. Го-мит М40, ему написал. Пацаны, М40 на изи вынесу. Я написал го-мит М40 и сейчас замочу с ФАМАСа и напишу ему. Бро, опять забыл, сори. Так, он идет на мит. Все, я вылетаю. Чё? М40 на изи, пацаны. Блин, чё закидало? Он с ФАМАСом был? Ого, ты жёсткий. Не, ну реально жесткий чел, братва, поверьте мне, ну прям реально жесткий. Какого фига ты ФАМАС взяла? Он говорит, какого фига ты взял ФАМАС? Ой, я забыл. Что ты забыла, голова ты квашеная? Типа я забыл второй раз подряд. Так, ребят, ну я думаю, надо наказывать его, не? Чё думаете? Он сейчас будет тут, 3, 2, 1. Брат, ну братик, ну. Получай по попочке. Найсик. О, я пидрую М40. Го М40 без кидала. Так, ребят, ну в этом раунде давайте уже по-настоящему сыграем на М40. А то мне кажется, он подумает, что я вообще какой-то грибобас вонючий кидала. Все, братик, давай. Играем на М40. Мид без кидалова. А у него не М40, у него АКР-12. Го М40 без кидала, окей. Еще раз на мид давай. Дядь, давай еще раз на мид. О, он взял М40. Найс. Еще раз на мид давай. Так, братва, сейчас по нему хаешка прилетает. 3, 2, 1. У него 30 хп уже. Мы договорились на М40. Какого хрена он грену кидает?
супер-выстрел. Жалко, у меня твоей фотки нету, блин. Не, ну это было слишком легко. Чтобы снимать крутые троллинги, мне надо очень много голдишки. Где же ее взять? Ребята, ответ крайне прост. Конечно же, на булдропщике. Потому что там недавно вышел очень крутой ивент, в котором ты бьешь Крампуса и получаешь за это ману. И потом эту ману ты совершенно бесплатно можешь поменять на какие-то топовые скины. Также на башкой сверхтехническое секретное слово. Ты уводишь и забираешь свой приз. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Булдропщик, топовый дропщик. RTX, ты там что, там не сильно горишь? Жалко, мне твои фотки нет. Ну шо, ребята, в этом раунде я возьму мой длинный АВМ. Я возьму мою меткую хаешку. Мой молик. И вперед ему надзирать попочку. За твои эти прохинделки, Вася. Ох, я тебе сейчас за твои эти прохинделки и настучу, угодила ты такая. Он что, детемка или мне показалось? А он и... О, чекай, я попаду по нему, жестко. Ага. На! Ого, не попал. Повезло ему. Опять давай, давай. Тише, ребят, сидим, ждем, тише. Ребят, ну сейчас будут киллы с Савиком. Давайте, чтобы это было веселее. Я сейчас попробую бросить ему флешку и на нож его насадить. Ё-моё! Мать моя женщина! На нож! А, ребят, педовы, давайте-ка я возьму сейчас полный набор. Слушай, ну надо по нему все-таки хаешкой попасть. Вот я предлагаю, ну давайте все-таки по нему хаешечкой мы попадем. А то как-то, пацаны, как-то слабенько я. Я не понимаю, у меня такое чувство, как будто он постоянно видит, где я нахожусь, что за бред. Блин, если он еще пойдет в дом, это будет полный угар. Давай, мужик, я тебя жду в доме. Гоу ножи мид. Он пишет, гоу мид ножи. Без прикола. Без приколов, напишу. Гоу. Так, все, мы договорились на ножах. Мне кажется, он меня соскамит, нет? Вот чуть-чуть меткой чуечки. Дядя тебе отвечает, я тупо нагажу. Ого, как по нему не попало. О, а что с ним, мужики, что? Видели, как он двигался? А ну-ка, у меня есть идея, давайте я запрячусь ща. О, имба, имба, я ща тут запрячусь. Мужики, я отвечаю, это самый смешной троллинг в истории всех троллингов. Слушай, ну я когда слишком много раундов беру, давайте я просто возьму вот так вот пулеметичек. И я просто влечу с двух ног. Ломать ему кабину. Но перед этим, я себе накосил хаешкой. Ну типа, знаете, чтоб не было так легко. Все, почти, я влетаю с двух ног. Погнали! Ну нормально. Я еще получил саппорт от самого себя. Обалдеть. Ну что, теперь мы меняемся сторонами. А вот тут, ребята, будут самые-самые интересные. Ну что, берем Т-9 и берем хаешку. Блин, мужики, я так хочу его на ножичек насадить, вы даже не представляете. Аккуратненько, потихонечку, помаленечку. Он ждет меня в темке. Ладно, тише. Я сейчас за крышу жестко. Блин, он пошел в плент. Я сейчас за крышу жестко чисто. Тише, он тут прячется. Если еще выйдет, сейчас будет мега жесткий прикол. 3, 2, 1. Мы это сделали. Да. Так, ну что же, счет 7-3. А это что означает? Это означает хэштег непогано. Есть тут люди адекватные на стриме, объясните. Объясните мне, откуда он мог знать, что я там сижу. Так, ну чё, что же мы прям сейчас берем? Давайте-ка я возьму М40. О, у меня есть идея, я сейчас просто подойду в плент и буду так двигаться по кругу. Интересно, какая будет у него реакция. То есть смотри, я подхожу сюда и вот так просто двигаюсь. Откуда он мог знать, что я там сейчас сижу? Двигаюсь. Я чисто потом стал, чекайте. Что он делает? Он не понимает, что происходит. Что он делает? Он просто не понимает, что происходит. Братик, мы играем в дуэль на инвентарь. Что тебе? Он на меня залез, Дурак, что ли? Ой, блин, залагало. Готовь свой прекрасный юспик, дорогой. Я напишу. Готов свой авик ТХ. Я придумал. Слушайте, а что если я прям сейчас попробую запрятать бомбочку? То есть я запленчу и попробую запрятать. Как думаете, он спалит или нет? Так, идем аккуратненько. Найс. Теперь давайте флешку бросаю.
И пленчу. Все, заплентил. Вот так вот, хаешку бросаю. Ой, блин. Я сейчас запрячусь в ребрах. Все, я гений. Он не спалил, мне габело. А, тварь! Я зачем глобус? Чего тебя прокусил? Слушай, давайте сливать. Все. Я специально слил. Все как надо. Все отлично. Все. А, что он делает? Он мочит меня, когда я уже лежу. Тварь. Ад, блин, вонючий. Братан, дефюзить надо! Братан! Как думаете, успеть раздефюзить? Я прору, если у него нету дефюзов. Да вы чего гоните? У него дефюзов не было! Так, ну что же, в этом раунде давайте я куплю тоже дробаш и куплю, главное, все гранаточки. Он стоит на респе, я хочу прямо сейчас по нему забросить хаешку, прям жестко. Сейчас он будет бежать, хаешка по нему залетит, чекайте. Он бежит. А, нет. 4600. Молик прям по нему. Так, ладно, мужики, не знаю как вы, но предлагаю плентить. Имба. Все. И теперь давайте я куда-то запрячусь. А как он узнал то, что я... Тише, вон он. Вот куда-то сюда. Ого, он по мне, конечно, попал. Тише. А как он узнал то, что я на респе стою? Все, найс. Он бежит за мной. Он ждет, чтобы я высунулся. А еще флешку брошу. Ну выйди, пожалуйста, выйди. Я его слепил. Ну выйди. Так, мужики, он тут, он прям тут. Мне нельзя высовываться ни вниз, ни вверх. Он меня ждет. Где бомба? Ладно, все, давайте, я не буду мешать, пусть идет дефюзить. А, он не понимает, где бомба? Где бомба? Он опять не успеет. Артикза, как же я сильно тебя люблю троллить. И самое главное, это же не просто дуэль, это дуэль на инвентарь, мэнчик. Я беру М40 и беру фул закуп. Все, найс. Слушай, ну я думаю... О, а что он взял? А, он взял М4-1. Он, походу, решил потеть против меня, да? Братан, ну ты же понимаешь, тебе это не поможет. Тебе что-то не поможет. Хотя, может, поможет. Все, я сливаю. Я бегу к нему. Вот я бегу и делаю... О, все. Делаю вид, как будто я полный нуб. Миллионов 800. Ну, вонючий дурочка. Идеально. Все идет как по маслу. Он, наверное, там радуется. Думаю, сейчас откомбэчу. Ага. Откомбэчит он, а, братанчик? Не, камбэка не будет, поэтому готов свой инвентарь! Ну, блин, это что за бред, я не понимаю. Он постоянно знает, где я нахожусь. Он на стриме прямо сейчас говорит. Он постоянно знает, где я нахожусь. Давайте прям по нему еще забросим. Так попаду или нет, как думаете? У него 13 тысяч часов на аккаунте. Тебе аккаунт, что ли, не жалко? Я не понимаю в натуре. А-а-а-а, почти. Сейчас буду жестко. Ой, он меня забрал. Ну ладно, хорош. Базаразира. На тебе, это гадость такая. На тебе, скотина. На тебе, блин, дурак. Пока что ему еще пару раундов отдать можно. Слушайте, а может быть, я ему подамся, чтобы счет был 9-9, а потом попробую его замочить. С ножом в спину? Это будет очень тяжело, но знаете что? А давайте попробуем. Я сейчас ему специально солю пару раундов и сделаю счет 9-9. А потом попробую его забрать на нож. Это просто хард левел. Ребята, тише, 7-9. При том, что понимали, он далеко не нуб, у него высокий ранг, поэтому это будет реально тяжело. Так, ну что же, счет 7-9. Имба! Окей, погнали дальше. Еще сливаем 2 раунда. Так, ребятки, счет 7-9. Мой ты маленький, мой ты сладенький, мой ты пупси. Я просто полный нуб. Дурочка, ребят, да ну на 7-9. Пацаны, 8-9. Не, слушай, ну ему везет, ему прям сильно везет. Ему прям очень сильно везет. Хорош, брат. 8-9, ребята, 8-9, я почти выиграл инвентарь. Да, пока у него там инвентарь на миллиард голды тупо. Но он не понимает только одного. То, что ему везет не потому, что он скилловый, а потому что Кента ПК ему сливает раунды. Я не знаю, там я ТХ, блин, и керамид голды, и ножик новый, пацаны, М9. Давайте спиной буду бежать, спиной бегу. Откуда ты постоянно знаешь, где я? Откуда ты постоянно знаешь, где я, он пишет. Потихо, дупая. И на это было прям максимально угарно.
Ладно, 9-9. А, уже 9-9? Ядрить, колотить его за ногу! Все, пацаны, вы чего гоните? Не, вот прям сейчас надо максимально запотеть. Надо хаешкой попасть прям по нему. Это будет тяжело, но мы попробуем. Давай, 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 попади! Хотя нет, зачем мне рисковать, мне выиграть надо. А-а-а, я промахнулся, мега было! Слушай, у меня есть одна гениальная идея. Я вообще так фейканул. Блин, я слеп. Нормально, я его слепил. Он не знает, где я. Он не знает, где я. Он не знает, где я. А еще с тюмки вылезу. Боже, вы готовы к этому? Вот, 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 вот. 3, 2, 1. Мы с вами, красавчики. Быстрее, быстрее, быстрее. Наблюдателя надо выйти. У меня никого наблюдателя в лобби нету. Я вас двоих придурков терпеть не могу. Как отдавать будешь? Да ни хера я тебе не отдам. Баран, ты играл с программой, которая показывает через стены. Баран, ты с программой играл, которая показывает через стены. Давайте я напишу. Скажи привет, YouTube. Скажи привет, YouTube. В смысле, YouTube? Я тебя затроллил, как бота. Ну чё, затроллил меня? Это что было? Ну что ж, мои дорогие друзья, прямо сейчас прожмите лайкусик, напишите в комментариях, кого затроллить следующего. И плюс, если хотите получить халявный БП, напишите в комментариях ваше ID. Также подписывайтесь на мой телеграмчик, потому что именно там я подарю бесплатно нож M9 Bayonet Blue Blood. Все нужные ссылочки есть снизу, всем удачи, всем пока!